Здравствуйте, меня зовут Илья Арсений. Я ученик в учебном центре ДАТА. Под курсе робототехника. Я сегодня создал проект, который обезопасит ваш автомобиль. Давайте я вам объясню, как работает мой проект. Это ультрасоник сенсор, а это базер. Ультрасоник сенсор, он в задней части автомобиля, а базер и лампочки, он спереди автомобиля, она в салоне. Если базер, он дает звук. Когда я пришел сюда впервые, я не представлял, что я буду делать такие проекты. Но я уже в четвертом месяце, уже для меня легко. Такие проекты для меня легкие.